Всем привет, дорогие друзья! Сегодня посмотрим на монету ZIL, то есть на зелику, разберем проект, разберем, разумеется, технический анализ и, в принципе, расскажу, что делать сейчас с данной монетой. Данную монету мы с вами набирали месяц назад, в принципе, я забрал свои 100%, зелика помпанула на 100%, я, разумеется, зафиксировал прибыль. Теперь здесь лежит все, что осталось, то есть остальное я оставил в длительный холд. На данный момент я, в принципе, забрал то, что инвестировал, и теперь просто лечу на ракеточке дальше. Я не собираюсь фиксировать то, что сейчас осталось, потому что на данный момент данные отметки меня не устраивают. Как минимум, я еще 50% зафиксирую на all-time high, если мы туда вернемся. Если не вернемся, разумеется, оставлю в длительный холд. Кто покупал вместе со мной, можете фиксировать, мы заработали, дорогие друзья. Теперь разберемся с технологией, что это за проект и что, в принципе, он из себя представляет. То есть, что мне нравится в данном проекте, это то, что есть максимальная эмиссия, то есть 21 миллиард монет. На данный момент почти вся эмиссия добыта, и если честно, потом цена будет еще выше. То, что сейчас за зелику просят, это действительно мизер, дорогие друзья. Поэтому я жду колоссально высокие отметки и все фиксировать даже не собираюсь. С точки зрения спекуляции, в принципе, я зафиксировал прибыль. Что представляет из себя данный проект с точки зрения технологии, мы уже разбирали. Это, разумеется, проект, который позволяет устранить проблемы с масштабируемостью. То есть позволяет другим проектам, разумеется, лучше масштабироваться. Это очень хороший проект на самом деле. Это подобие Атома, только это основоположник, конечно же, такой задумки. То есть данный проект работает не один день, он действительно старый, он действительно работает уже хороший промежуток времени, и в принципе у него есть выслуга лет, у него в принципе есть хороший потенциал на последующий рост. От себя могу порекомендовать только то, что не нужно гнаться за тем, что уже улетело, нужно всегда инвестировать только в то, что, разумеется, находится на дне. Я неоднократно это говорил, я работаю по такому принципу, и по такому принципу у меня получается зарабатывать деньги. Если вы думаете, что вы залетите в последний вагон и сейчас это прокатит, то возможно сейчас это и прокатит, но если вы действительно хотите постоянно так зарабатывать, то скорее всего вас рынок, разумеется, побреет, потому что вы не сможете, залетая в последний вагон, конечно же, зарабатывать. Нужно инвестировать только в то, что находится, конечно же, на дне. И, дорогие друзья, всегда нужно относиться к инвестициям как к полноценной работе. То есть сидите, анализируйте, разумеется, графики, анализируйте проекты и подбирайте те монеты, которые еще не выстрелили, но у которых есть сильный потенциал к выстрелу. Поэтому нужно всегда над этим работать. Если вы хотите сейчас залетать, то я бы не рекомендовал, потому что памп какой-никакой данная монета уже дала. Я лично фиксирую прибыль и сейчас докупать, разумеется, как не рекомендую, так и не собираюсь. Поэтому мысли, они вот такие. Как видим, мы сейчас вернулись к тем отметкам, которые показывают нам днище. Поэтому, в принципе, данный проект еще с перспективой на последующий рост, набирать его сейчас не стоит однозначно, потому что я считаю то, что нужно было заходить тогда, когда мы с вами все вместе его и покупали, когда я его и разбирал. Собственно, я зафиксировал прибыль, я нахожусь в прибыли. В принципе, данный проект интересный с точки зрения технологии, потому что он решает проблему с масштабируемостью. Следовательно, другим проектам, которые имеют такую проблему, данный проект будет полезен, и данный проект в любом случае имеет технологию, это не пустышка, и в любом случае он перепишет АТХ, я более чем уверен. Но заходить сейчас я не рекомендую, мы можем увидеть как коррекцию, так и в принципе поход на низ, но тем не менее пока что фиксируйте прибыль, которую вы заработали. То есть кто покупал вместе со мной, зафиксируйте сейчас хотя бы то, что вы вкладывали. Я считаю, это будет правильным решением, несмотря на то, что даже если он вырастет, разумеется, еще больше. В принципе, что могу еще сказать по данному проекту, новости выходят, проект не стоит на месте, проект развивается. Это нам говорит о том, что проект не мертвый, следовательно, он будет дальше развиваться и, конечно же, дальше будет поднимать свою цену. Но, дорогие друзья, не стоит лететь сейчас покупать, потому что все сейчас летят покупать, и это ужасно. На самом деле, никто не интересуется монетой, когда она на днище. Когда она была на днище, я говорил, что мы, разумеется, покупаем данный проект, я его разбирал и тогда, в принципе, формировал свои покупки. Собственно, теперь я зафиксировал прибыль, теперь я, в принципе, доволен и оставляю все то, что осталось, разумеется, в длительный холд. На данный момент вы можете сами зайти на сайт и изучить данный проект. Все, что я могу вам сказать, это то, что данный проект нацелен на, разумеется, масштабируемость. В принципе, технология за данным проектом стоит, и это действительно основоположник подобного рода проектов, поэтому перспектива у него еще есть. Но заходить на данных отметках не стоит, заходить нужно было раньше. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, ставьте лайк, если еще не поставили. Также вступайте к нам в Telegram. На сегодня у меня все. Всем спасибо, всем пока, друзья!